Привет, танкист! Очень много просьб поступило обновить топ непремиумных танков, которые фармят в современном рандоме. И я решил, что пора вновь исследовать этот вопрос. Техники стало больше расходников и условностей, поэтому пришлось реально попотеть, чтобы выделить 5 лучших по доходности непремиумных танков. В этот топ я не стал включать новый тип техники, коллекционная, так как не у всех она есть, и, конечно же, в этот список не попали премиализированные танки, ибо их доходность выше обычных. Только то, что можно прокачать за опыт и серебро в любой момент в нашей любимой игре World of Tanks Blitz. Итак, прежде чем начать, я проделал, так сказать, нехилую работенку, поэтому будь другом, влепи лайкосик и оформи подписочку на канал ПЖ. Если мы наберем с этого видоса 1000 подписчиков, то разыграем 3 американских премиумных ПТСА 7 уровня HTC. Итак, первым, так сказать, открывает этот парад катаракты, наверное, наиубогейший танк 6 уровня АТ-8. Вряд ли, конечно, кто-нибудь захочет на нем фармить, разве лишь только под угрозой собственного расстрела. Но если настали вилы и у вас в ангаре есть только это, то попробовать добыть немножко серебра можно. Под немножко я подразумеваю реально немножко, в районе 25-30 тысяч серебра за средний победный бой. Именно настолько угробили фарм у непремиумной техники. Конечно, за хороший бой, где много урона, много опыта, да-да, хороший бой на АТ-8, она может пополнить и на 40-45 тысяч, но это происходит так же редко, как выпадание осадков в виде снега в Египте. Поэтому скажу вам по секрету, вы реально быстрее нафармите, если продадите ее к чертям собачьим и перекреститесь, нежели попробуйте эту сумму добыть кровью, потом и анальной болью. Про саму ПТ я скажу кратко. Хуйня. Так что не будем зацикливаться, идем далее. Следующим в параде нищеты выступает японский средний танк 6 уровня Чито. По ощущениям, он, добывая серебро, немного скуднее, чем АТ-8, но хорошие бои на нем получаются гораздо чаще. И так как он маневреннее ПТ, у него есть башня, да и в целом он играется лучше, так что итоговый фарм получается бодрее. В среднем вы будете добывать 27-33 тысячи серебра, что в рамках Блица это как тачка угля для районной ТЭЦ. Но за неимением кухарки ебут дворника, так что... Кстати, сам танк при некотором умении играть вообще не вызывает чувство рвоты и вполне даже играбельный. Обладает неплохой маневренностью, вменяемым ДПМом, хорошими ВНами. Единственный его бич — это сарайность в совокупности с броней. Так что ваншот от фугасного гидроцефала никто не отменял. Поэтому всегда надо быть начеку. Окей, следующим по доходности идет лауреат конкурса «Самый рвотный танк года» — британская ПТСАУ АТ-7. Просто наиубогейший во всех смыслах аппарат. Нет ни маневренности, ни брони. Орудие установлено хер пойми где, словно ее собрали из деталей, найденных на свалке. Нет в общей сложности нихуя. Игра на ней схожа на насильственную кормежку брикетированной сои, и я бы никогда не пожелал вам столкнуться с ситуацией, когда вы будете вынуждены фармить на ней. Тем не менее, данный ПТСАУ за каждый выигранный бой будет пополнять ваш ангар на 27-30 тысяч серебра, что рано или поздно приведет вас к желаемой цели. Но повторюсь, даже врагу такой фарм сложно пожелать. Идем далее. Четвертым, ну или вторым, как хотите, добытчиком серебра является мною ненавистный, а вами обожаемый КВ-2. Причем с обязательными условиями, установленной фугаской. Конечно, доходность у него не такая большая, как у перечисленных выше, но этот бревномет умеет экономить. Где обычный танк совершает 5-6 выстрелов, КВ справляется за один. И чтобы нахреначить чертову тучу дамага для 6 уровня, ему надо пальнуть всего пару-тройку раз. Данный факт позволяет ему нереально сэкономить. Но только в удачном бою вы сможете фармануть 30-40 тысяч серебра. Если КВ попадет в замес, или вы совершите много промахов, что при его косте сделать совсем не трудно, то особо серебра он вам не подарит. И последний герой нашего блокбастера, единственный из всех, кто меньше всего вызывает нареканий, это французский тяжелый танк 5 уровня. Один прогиб, и ты боргиб. Единственное, что про него стоит знать, так это то, что от него не стоит пытаться убежать. У Баргиба отличное комфортное орудие, с хорошими УВН и прекрасным пробитием. Слегка страдает броня, но на фоне остальных танков из данного топа это, ну, прям настоящая имба.
Конечно, много серебра на нем не вывести, но добрый 25-35к за непотные бои на пятом уровне он вполне способен прибавлять к вашей казне. Если честно, товарищи, фарм на непримтехнике жутко обмельчал. Прям вообще. Раньше некоторые экспонаты, типа Як-Пантеры на 7 уровне или немецкие пазики, вывозили по 45-50 тысяч серебра без всяких там бустеров и прочих приблуд. Достаточно было активировать прям аккаунт и вперед. Но зато теперь Wargaming довольно часто предоставляет возможность бесплатно получить тот или иной прем-танк. И теперь каждый вид техники используется, ну, как бы по назначению. Вот такой вот теперь обновленный топ непрем-техники. Огорчило, конечно, но ничего не поделать. Фармят теперь только золотые представители танковой элиты. Пиши в комментариях свой топ-5 фармящих непрем-танков. Надеюсь, что хоть как-то тебе помог с этой информацией. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!